чтобы попроще было. Я голосом поставил активацию. Садитесь в разрушители и сразу пересаживайтесь, кто умеет, на пассажирское место. Садитесь, садитесь, не стесняйтесь. Пайпер собрал осколки. Я теперь собираю. Да. Аркетс, ты багнулся. Этот, сделай релок. У тебя должна появиться панелька, когда ты садишься. Тачку. Здорово, пацаны. У тебя ей не появилось. Привет. Здорово. Садитесь по машинам. Первый, кто садится, сразу пересаживается на пассажирское место. Там разрушители все, да, взяли? Я не вижу. Да, все. Ну, садитесь в осадки. На 121. Должно быть 22. Вот этот Роман пересел, который помидорчик. Садитесь сейчас. Вот сейчас поставлю кружок. Да, все, сел, отлично. Теперь в кружке. У тебя там есть пассажир, Дмитриус? Да, есть. Вот, хорошо. Садитесь тогда. Где еще остались места? Там вон осадка, там вон эти стоят, осадки. Он кружок поставил, этот, ромбик. Садитесь в осадки, пересаживайтесь сразу на пассажирское место. Нет, тут не ХМ. Давайте быстрее садитесь. Кец, вот ты можешь в пушку пересесть, тебе кто-нибудь за руль сядет. Там нет никого. Чтобы не багаться, первый, кто садится, сразу пересаживается на пассажирское место. Второй, кто садится, садится нормально, ни у кого ничего не багается. Ну садись, Ханг, господи. Вроде все сели, ну сейчас там Мавар еще релогается, наверное. Аркетс, ты релогаешься или что? Если нет, то пофиг, тогда идем так. Напиши что-нибудь. Все, погнали. Ты умрешь сейчас, но ничего страшного. Получи, да,
Едьте, едьте. Сейчас все должны подъезжать одновременно. Нормально. Вливайте колчеданы. Я надеюсь, там кто-то из осадок сможет кого сбить. Было неплохо. Можете уже стрелять, он стоит. Помидор, ты чё, вообще тупой, что ли? Разворачивайся на Рексус, там есть где колчеданы есть. А, сейчас, ладно, здесь есть, я собью. Ладно, забирай справа. Ага. Он уже сдох. Собираем. Да. Оп. Проебал уже спать. Отказ защитных протоколов. Боевая единица Левиафан завершает свою работу. Давай тут Белин экстримков танков. Сейчас попробуем. Дмитриус, что-то. Ты тут? Я не могу. Сейчас вылетел. Пока кресты разбавлю. Привет. Привет. Вон, ну давай без него начнем. Белин, тогда потанчишь трэш, который... Дайте фулбов. Потанчишь этих, которые по ачиве. А экстримка, весь остальной трэш. Сильно там не всекайте, напуливайте на экстримку. У нас только два танка, один занят. Да. На ачиву. А, Морвинд, можешь спекнуться? Пока не начали еще, бой не повесился. То у нас, видишь, там вылетел БДК. Ну отлично, тогда потанчишь с экстримкой. Экстримка трэш, да? Да, трэш, блин. Ну основной, который мы сегодня не для чистки, а простой. Что мы заливаем. Thank you.
там, если кто здесь первый раз, не знает, здесь будут выходить сейчас дворфы, их будет забирать Белин вот справа. Их не надо бить. Не надо убивать. Они нужны там по ачиве. Я буду метки на них ставить. Вот, вышел один. И еще вон там. Вот, еще два. Давайте поближе, там экстримка их, чтобы пол забирал. Да, да, бегу, бегу. Не бейте. Ромбик, не бейте. Ромбик. Пизда, сейчас ромбик зарыт. Ничего страшного. Подбивайте их аккуратно, без дот, до 30% где-то. Лок ебашит души. Подбивайте, подбивайте. Вот еще один чужок поставил. Еще два есть. Кружок задри, а остальных убивайте. Ну их типа не успеете подбить. ШПшки там помогите. Только без дот. Последняя пушка, подбивайте, подбивайте. Я пошел запускать. Давайте я запускаю. Играйте, я пропал, наверное, да, сейчас. Играйте без мат. Подбивайте еще мобов, которые, которых там 30%. А Моровинд, набивай игру, кстати, на боссе, а то выйдет, когда начнет ДД шарахнули. Да, да. Ну что-то мы мало подбили. Тем. Он еще вышел. Звездочка. Убивайте звездочку до 30%. Вот. Один процент ему вода, дайте овцу по нему. Убейте. Пес, поймите по звездочке. Ну киньте, киньте овцу. Хилиться. Еще раз овцы. Кидай, пока не отхилится, пока. Нет, овца. Ну нормально, да, если его больше не бить. Купить. Если вы его бить больше. Ну ладно, сейчас тебе надо подбить. Не подбивай. Одной пушки еще не бить. Да. А я в рейде. Так. Мы только начали. Ульда, это 25-ка, это долгая штука. Я недавно ел уже с... Короче, приходите потом там. Приходите, послушайте, как я РЛ рейд. Вот еще, сейчас поставлю метку. Квадратик. Сейчас будет последняя пушка. Играйте по боссу. Я сам подобью. Сейчас еще дыхнет.
засчитало там что-то? У морды держите, их массы не бейте. Не бейте, не бейте. Если близко не будешь подводить слишком, чтобы их бомбы там не коцали и пурики, то нормально. Но сейчас сдохнут. Ну, в общей сложности 6 штук пожарных. Пройдите голову. Тут экстримка, да, все отлично, в ретриках. Блин, я звезде, ты кружочку стан даешь в каст точечный. Право сначала зачистим. Где ты как-то глухо слышно вообще. А есть люди, которые играли в GTA San Andreas с HD текстурами? Зачем? Что значит зачем? Зачем такое? Так это охуенно. Я пробовал там какие-то ставил. Прикольно было. Не знаешь, что надо, вот, блять, вот не знаю, как это сделать. Сборку качать. Войд, там... кинь звезде, стан. Карл. Очень далеко. Калка, ты кружочку. Войд звезде, кал кружочку. Я уже стан дал, звезде. Ладно. Хотел, чтобы там машины как бы, ну, типа, не сильно изменились, просто улучшилось качество. Ну, вот это вот глянцевое время. Ну, там, типа, есть же всякие в эти текстурки в интернете. Так-то те настройки, которые встроены, они ничего не помогут изменить. Только дополнительно ставить что-то. Да, да, текстуру качать. Я что-то пройти захотел. О. У меня вот. Слушай, я из-за тебя сейчас тоже захочу. Чем мы тебя потеряем бой сейчас? Почему нет? Я ее проходил, сейчас скажу, 4 раза на 100% без кодов. То есть, ну прям полностью. Все вот эти, блядь, наверное. Не так сложно. Нет, блядь. Знаешь, что там самое сложное? Не школа полетов, блядь. А вот эта хуйня, когда на горе ты едешь с великом, блядь, вот эта гонка ебаная. Блядь, я там меня так хукал, да. Так, у нас тут два шама и холи пау, так что я, наверное, спекнусь в энту. И будет. Владимир, забафайте сразу пристабав там инту. Кашка тоже. А еще знаешь, что какую тему видел? Озвучка есть на нее авторская. Чтобы не читать. Фокус, фибрилляция, чего? Пойдем. Ты.
единственную миссию там не смог пройти на 100%, это в школе вождения, короче. И когда надо круги наматывать. На банши. Угу. 3 дня ее делал, но сделал. Заебался. 99, наверное, процент. Ты просто чит какой-то взял? Нет, без читов. Я же говорю, без читов на 100%, 4 раза я пошел. Стой, на золото, что там не важно, золото или не золото, ну, это на процент не влияет. Ну, если 100%, то золото, если 92, там серебро, 70, там 85, бронза. Не, про автошколу говорю, если ты все проходишь на даже на бронзу, то зачитать. Я знаю, да. Ну это чисто для души уже. Да, чисто для себя. Такое хуйня. Стоп-каст. Не, ну так-то. Это ты типа бочку делаешь в воздухе машину. Это тоже такая. Во, это да, херня такая вообще. Чисто рандом. Кстати, нифига, там же вроде тоже уже ввели клавиши эти нампады. Можно как-то это, ну, контролировать. Да можно. Просто наткнулся на стрим типа, короче, какой-то там подписчиков мало, зрителей мало. Сидит, короче, в школу летную проходит. На геймпаде, блин. Короче, у него самолет просто. Тут то, блядь, бок, то. Короче, он не мог управлять им нормально. Хвост мертвый просто. Я ему пишу в комментариях, блядь, у тебя хвост мертвый, вообще ничего не делает. О, вот эти тапки можно мне нахуй липало? А, блядь, ты слово пусть. Писал ему. Он говорит, я на геймпаде говорит, заебись прохожу. В итоге. Я говорю, я на клаве все прошел четко. Конечно, когда ты первый раз садишься играть в San Andreas, конечно, ты не сможешь так четко управлять. Но я в первое же прохождение научился все как бы. Посидел там пару часов. Кто кулаки дает? Кто-то давал кулаки? То, что дает, хорошо. Пайпер кресты раздал. Давай экстрим кулаки. О, ладно, всё. Давайте хардмод тут сделаем. Сейчас убьем сердце. А, подожди, если хардмод я напил. Да по лайку гоу. Там хэм на совете. Интейнер наш. Четвертая пати шаман, дайте имерому. У нас такой хламончик, да? Пойдите. Иркут. Инфибрилляция. О, начинай. Три быстрей. Три быстрей. Что за рофл, где рада? Девай сердце. Там надо будет сыграть в трэш. Жид, блин, понимает. Он из левой кучи идет.
РДД, сыграйте в кружочку. Рейд его не надо, конечно, звать. Рейд, крест. Больше осколков так? Сотрешу. Пьете его. Нет, на боссе. Он по боссу. Я и на трэш пару стаков накидываю. Привычка уже. А рост был? Да-да. Все, трэш убили. А тут еще один живой. Я, по-моему, две или три минуты пропустил, да? Мага мана кончается, простая тем впереди меня мана. Искры жизни в БДК агри на себя, подводи в мелизону. Прям хваткой тяни их сюда. Так, спасибо, любить. Ты дай гимн на ману и поставьте шамана на зелёную ману. Ватербол, есть сюда, да? Если там кого-то поставьте, то некогда. Я 8 стоял. Ставьте тебе тотема кто-то. Тайврик поставь. Надо кому-то портал вести. Да, ботинки классные. Да. Не собирает. Ну вот Дмитрий с хватку смерти тыкает в кладу в кружок. Все, играйте все в кружочек. Блин, иди агри, остальное трэш этот мелкий. И давайте с там точечным ремонтом забыли.
жуть какая, ну блин, конец. Почему? Там мы. Там Т8, блядь. Чем это? Там Т8 с критом и с МП5. Типа надо хаста. А че у кого? Ну, лучше. Фокус, да, и грудь вот эту. Вдруг пригодится. Дай трек. Вы не стесняйтесь ролик там. ХЗ просто чё топовое там, колодцы сказал топовое. А лучше брать все, что есть, типа. Потому что до топового ты можешь там еще 2 месяца. Да я хоть год буду собирать, пока не соберу топовый. Хочу полипало. Похилить посланника, похилить ДХБ. Чё, кто будет смотреть нигерский экшен? Какой экшен? Ну, GTA San Andreas. Ты стримить будешь? Не, зачем стримить? Я не думаю, что кто-то будет смотреть прохождение. Охуенно, чё. Ну ты добавь какие-то комментарии, ты не молчи на видосы. Ну, нет. Я вроде комментирую. У тебя там были видосы, типа, прохождение на русском, в итоге все видео, ты молчишь. А какой, Ведьмак, что ли? А я не помню, наверное. Да, ну, бывает там, увлекаюсь. Не, я пиздеть не люблю, ну, типа, без остановки. Что-то комментирую там, что считаю нужным, так, чтобы там базарить, рассказывать что-то. Тем более, Ведьмак 15-го года, смысла нет. Под настроение, короче. Ну, по крайней мере, сейчас Ведьмак я прохожу не обычный, а с модом. Там, типа, скорректированный урон, там, блядь, сильная атака, типа, сильнее бьет, чем в оригинале. Интереснее, короче. Трофеи, допустим, в оригинале ничего не дают, а вот лавоглаза трофей поднял, и он, короче, 60 к этой, к интоксикации добавляет. Ну, я его стал таскать, короче. 4. Погодите, так, плюсаните сейчас, кому брондир нужен. Последний. Одному человеку, да? Брондир. Два. По Митриосу еще. Дум. А давайте, кому нужен этот? Второй, как его? Молгейм. Тем остальным, я так понимаю, ХМ нужен. Большинство пофигу просто. Да делай ХМ, да и все, конечно. Пойди ХМ сделаем. Смотрите, до брондира на канале 3 тела вроде. Коловка прокнула. Так, экстримка в танке. Значит, Митриус у нас танчик маленького. Пилин большого, экстримка среднего. Играем сначала маленького, потом среднего, потом большого. Про лужи я там все скажу. Мы просто в последнее время довольно часто, по-моему, били этих брундиров и молгеймов. Пойдемте. Сделали там. А потом Эмка среднего, блин. Средний лужу синюю разольет.
ДПС, ребят, они же все отхиливаются. Вы зря бьете других боссов, потому что они отхиливаются до фул хп, когда вы убиваете от кого-то. Они мучи дотят. Бессмысленный дамаг. Это как бить волонары полтора может будет рассекающий. Я так делал. Вы первый приказ. Будет зеленое оружие, я так понимаю. От кого дальше бьем? От среднего. Ну, сейчас он уже второй раз кинул синюю, поэтому я думаю, что темный сейчас будет еще один. А вот синяя сейчас будет зеленая, разбегайтесь, разбегайтесь. Текстура. Он ее кинул? Подарок говорит, что все будет, это значит кинул. Можем подростком попробовать кошетницу убить. Голова такая смешная. Дай вот эту голову, если не надо никому. Какая-то... Так, давай рулить. О, надо кому-то. Что? Пойду. Так, да. Да. Посох. ХЗ, где подруга моя? Также в три танка. Ну что, давайте убьем, не убивая руки. Ну давай. Меняйтесь паками. Ну, прожимайтесь, короче. Первый Митриос, второй Мерин, третий Икс. Ну, самое главное знать период.
стака этой брони от босса. То ли сколько там, то ли 20 секунд, то ли сколько хз, то ли 10, 15, кто знает. Я не помню уже. Ты готов? Пойдемте. Дмитрий Шахилин. Ты босса бьем? Играем в тело. В тело играем. И не бьем. Сейчас сыграйте чуть-чуть в правую руку, когда он схватит кого-то. Но так только, чтобы он выпустил. Дайте чуть-чуть. 200 канадо снести. Сейчас, кстати, на Фурика смотрит. Заберите босса. Заберите босса у Фурика. Чуть-чуть сыграть. Слава, у тебя бабло есть? Да, хватит того. Ну, жми, 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 жми. Он не нажимается. Он же бог такой. Да, это я тебя кинул, да, я думал, все. Не прожимается вообще без кода. Не надо, не играйте по правилам там. Бейте босса без АУЕ. Топните АУЕ. Не, бомбу не надо вешать. Морги взять. Тут проще, наверное, убить, да подожди. А, да, он сдох. Вообще не понимаю, вот работало, они взяли просто включили. Зато лучи на ее без. Подключили. Взгляд? Они отключили. Взгляд у босса из глаз был. Дай. А, это, блядь, ловко. Сука. Кисти рук, крипом, блядь. Не знаю. Надо тебе это, да? Ну кинь, кинь это на всякий случай. Там если экстримка, тебе надо пароль сводим. Явление рейду, это надо каждый раз. Надо делать. Я не понял, что про не расслышал. Мне Англик пишет объявление рейду, как его. Нам не слышно нормально или плохо? Я очень тихо слышно. Эти ДК. Давай бессмертей попробуем. Сейчас тут Тымка и Белин будут танчить мелкий трэш, а потом Питника он появится. Англиф, Зелоны, Аркет, спивайте каст. Я еще тут сказать. Стоим перед мордой босса, чтобы делился урон. Она будет дышать. Он делится на все. В общем, крестики будет. Стражников сливать будем, да? Пробовать бессмертие? Да, да, да. Стражников сольем сначала, потом будем играть по боссу. Появится этот... Ну, выйдет еще одна кошка, короче. Ее заберут на себя протопалы. В нее все сразу резко вольемся. Дальше будем играть по боссу.
Ну смотри, мы в прошлый раз почти бессмертие сделали, экстримка что-то там говорит, залагал, забегался, и он только единственный сдох. Мы, короче, вот фиолетового луча бегали. То есть, к примеру, стоит вот весь рейд в звезде, я говорю, побежали, побежали, весь рейд убегает тупо назад, а фиолетовый луч вот бьет в то место, где весь рейд стоял. И в этом фиолетовом луче только танки остаются, и они агрят между собой этого дикого таунтами по 3-4 секунды. И все, мы так в два защитника без смертей почти сделали. Экстримка там что-то заебанил, короче, застоял, сдох. Хотя весь рейд в метке был. Я не знаю, зачем бегает весь рейд, потому что они идут на хилов. Там достаточно только хилов надо идти. Ну, защитник это. Смотри, для чего бегают далеко от дикого. Реакция у танков не всегда быстро срабатывает. Не, я понимаю, я к тому, что могут только хилы отбежать. Все равно дикий пойдет на хила. Ты не понял, мы стоим в метке сначала, а потом перед фиолетовым лучом мы убегаем вот туда назад, вообще к другим лестницам. Я вот все туда. Понял. Все, а второй дикий защитник будет появляться. Подождите, у нас БТК что-то нет. У него что-то вообще какие-то проблемы сегодня, он летает постоянно. Ну, он врага вроде. Ну а если, допустим, хилам тогда боб покидать получится, нет? Отойдите на всякий случай. Да, ничего не надо кидать. Я же говорю, мы на прошлом КД почти сделали. Просто человек застоял за ФК, заебанил, и не сделали в итоге. Просто он решил, Муравин, тогда спекнись, пожалуйста, ДК. Типа, зачем зашел? Дай шкаф. Лок, дай шкаф. Чего сейчас делать будете? Смертей. Это сложно. Надо убить, наверное. И очень хорошо здесь ДЦ. Лок, шкаф. Если есть ДЦ, то лучше спекнуть в ДЦ, чтобы эфир снимал как можно быстрее с танков. Это очень решает. Плюс шаман какой-нибудь тотем на трепет ставит. Давай экстремка в ретрика, потому что Animal Jazz в протоколе. Забафайте его. Хотите... Бафайте протопала. Не убивать этих четырех модов. Убивать, конечно. От защитника там только реакция танка спасает. Надо помогать. Ну сколько там, три танка. И МТ тоже помогать, потому что там... Какие три танка? Мы будем год ее бить. Ну, даже два танка можно, но нужно, чтобы и МТ тоже таунтил его. Если МТ хуй положит, то один танк не справится, вот просто защитник кого-то ваншотнет. Давайте чекаю, сейчас она подходит и сразу начнем, если все. Только, ребята, сейчас бой начнется, фурики, ретрики, не врывайтесь, подождите там несколько секунд, 5-6, а потом вниз спускайтесь и начинайте этих защитников сливать. Потому что если вы с пула прожмете, сдохнете там все. Дайте по танке наагрят маленько. Беллин и Animal Jazz, вы по две кошки на себя агрите, разводите. Главное, разведите, иначе они забафуют друг друга. Шаманы, по поставьте тотем на антифир. Лучше каждого шамана в разную пати, потому что тотем на пати есть. Я понимаю, но... Я себя в жизнь кину. Главное, чтобы вары эфир не проебали. Да, тут ангриф есть, он нет. То есть пока нет. Внизу только танки, идите агрите танки. Идите агрите. Идите пока босса. Пусть танки наагрят. Потом скажем, пойдете милики бить часовых. То бейте, вот, да, вы идите бейте. Да-да-да, идите бейте. Надо слить всех кошек. Максимально быстро. Сливайте эти кошек и потом сразу наверх. Давайте рост, давай рост, давай рост, ты чё? Сразу вот так. Кто тебя наверх? Все, бейте босса. Поднимаемся наверх. Метку, метку. Все в метку, касс. Все, хорошо. Стоим в кружке, когда... Ну, я скажу, куда сбежать, в общем. Сейчас будет мелкий трэш, а УЕ под босса дали прямо сейчас? Давайте, я под босса.
через 3 секунды луч. Надо отбежать от него далеко очень, вообще далеко. Вот готовьтесь сейчас. Вот побежали, побежали, побежали. Побежали. Далеко бежим. Все, танки забирайте. Все, отбегайте. Отбегайте по защитнику. Играйте в защитника. Или играйте в защитника. В кружочек. Кружок. Все собрали сюда. Тео, я под босса. И отбегите от лужи, потому что из лужи появится дикий. Назад оттяни босса. Прям иди, иди, иди сюда на кружок. Не бойся, иди в кружочек. Бегите все сюда. А танки там стоят, у лужи, у черной. Готовятся агрить на себя. Сейчас появится. Появится танки, забирайте. Все играем в дикого, в дикого. Хватите в дикого и АУЕ под босса дали. Все, и точно так же опять назад отходим. То же самое все делаем. Второму кругу. Все, третий появится, то тоже вот от лужи. Бейте босса. Виск, виск, каст. Опять танки стоят там у этого, у лужи у черной. Бейте босса. Беллин агри, Беллин, потом анимал. Бейте по ролику. Надо в дикого сыграть. Попробуйте босса добивать. Кого потом? Босса, 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 босса. Все отлично. Красавчики. Ника сделал. Все, вот запомните эту тактику. Всегда вот так вот убивайте, и все будет отлично. Танк и колечко надо. Лук на этот кому-то. Вот он, наверное. Печки. Справа идите все. Дальний лук, Ханда. Передай, пожалуйста, Хмелю всю на рекорд. Помидор, иди оттуда, там сугроб слева от тебя. Что? Собей. Сугробом не бегайте. Вейдер, уйди оттуда, пожалуйста. Тебе пристабав, касочку, кулак по паладину, калк. Там сугроба трэш лезет, аккуратнее. Тебе большого походира сначала. И побежали за розовым ромбиком.
сейчас будет очень простой босс, если вы все будете двигаться во время боя через каст. Неважно, за кого вы играете, и будете диспелить со своих друзей, кто в рейде. Шаманы, присты там, паладины. Неважно, ретрик вы или хил. Помогайте диспелить и все, и сделать ачивку. Если нет друзей. Это я только что хотел сказать. Вот. Ну, диспелить. Как слышно, плоховато, да? Нормально сейчас. Вот, я смотрите. Свернулся в Энха, в троем хилике. С друида хламончик никто не диспелит, потому что друид меняет форму, и фрост на вас с него спадает. Все, что вам надо знать, во время боя босс кидает на рандомные цели фрост нову. И вам надо ее сдиспелить с варов, например, с ШП, да? Ну ШП, если дурачок сам себя сдиспелит. Маги могут блинк нажать, по-моему, спадает там тоже фрост нова. А главное, диспельте. Фридомы там кидайте и так далее. Все, ничего тут сложного нет. Тут как на этом... В Нексусе на последнем боссе кидаются стаки. Вот. Если вы не наберете больше двух стаков, то сделаем ачивку, если весь рейд не наберет. Вот и все. Чтобы эти стаки пропадали, надо бегать. Прямо. Сделали каст, пробежали. Самый простой ориентир для вас. Если вы получаете дебаф, уже один дебаф получили, значит вы что-то делаете неправильно, вам нужно двигаться. Кстати, на мне бой висит, не знаю почему. На пол еще, давайте на танк. Все. Он Олег зашел, бери Олега. Бой пока не сможем присуммонить, если что. Нет, можно присуммонить. Ну, присуммоните его, если получится. У меня нет боя. Здесь нужно двигаться и диспелить, да? Да, 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 да. От больших и от маленьких меток, там такие сосульки, короче, типа с неба будут падать. На полу они для тебя, метки, будут обозначаться белым таким, короче, цветом. Как у ДК руна, знаешь, выглядит? Смерть и разложение. Вот то же самое. Их тут две метки будет, маленькая и большая. С маленькой ты выбегаешь постоянно, вообще постоянно. А с большой по команде сначала выбежал, и потом по команде забежал. От больших меток далеко отбегать не надо. От маленьких отбегаешь всегда. Короче, Олег, АФК... А, вот, стоп. Что за пурыч? Костя Элем. В смысле, это Олег или какой-то человек? Нет. А он знает, что тут делать? Я бы его на этого босса пока не брал. Хз, кто такой запорит сейчас? Обидно будет. Рейд вроде не тупой, смотри, без смертей сделали. Пусть пока тут потусит волка. Слышь, Кирюх. 5-5-8. Сейчас мы его волка просто скинем. Да, надо спросить, да он что-то в чат не отвечал. Пурыч, ты сам меня слышишь, Варка? У Куплинова, как всегда, проебалось стелсовое прохождение, блять. Типок у него там сдох, короче, блять, в метро. Что проходит? Метро и Зодус. А. Вечера, блять. Ты уже в него играешь, вот в метро? Нет, нет. Куплинов играет. Предлагаю без пожарного сегодня. Опять ничего не слышишь, делал, нас? Времени не хватит. Курыч, слышишь? Вот, смотри, здесь на тебя будут кидаться стаки дебафа, как в Нексусе на последнем боссе. Чтобы они спадали, надо бегать. Сделал каст, пробежал, сделал каст, пробежал.
Если мы не, никто из рейда не получит два стака, то тогда сделаем ачивку. Все, забафайте шаманов. Ну, по Фурычу дайте бафы. 300 баф. Уже. Резерв тоже будет. Есть. Моровинд, Пейпер. Ставь этот столь.